Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС, и сегодня, значит, займемся установочкой рычага передач череп. Кому нравится, кому не нравится, хотите ставьте, хотите не ставьте, я поставил. При переключении на рычаг глаза на черепе становятся ярко-красные, ух. Значит, сама суть, скачал я данный патч или мод, не знаю даже как назвать, наверное, патч, наверное, лучше назвать так. Сворачиваем, у меня игра, значит, получается лицензия с Pentiris. Вот, ссылочку на пираточку 0303 версии 16, значит, с Pentiris, которая играет через Steam. Можете скачать в группе и под видео на канале. Также будет старая версия игры, на которой присутствуют моды. Кто начинает конвертить или кому просто интересны моды, которых нет на новой версии игры, можете поиграть, она также играет через Steam. Регистрируйтесь в Steam как 03.16, да, и как 13.04.014. Значит, регистрируйтесь в Steam, скачивайте игру, запускайте Steam, зарегистрирован уже, да, и запускайте игру через, сейчас даже я вам покажу, вот у меня пиратка идет, видите, работает через Steam, вот она, через файл экзешник, да, и также у меня присутствует пиратка, через Steam играет, вот 13.04.15, но она 0.4.14, не суть, как бы, да, и также через Steam, у вас Steam работает, вот видите, да, и запускаете, запустится, скачиваете моды именно под ту версию игры, под 13.04, да, или по 03.16, устанавливаете мод и с друзьями можете гонять, только одинаково устанавливаете одну версию игры и одни и те же моды, потому что будет разница, если в модах, то вы друг друга не найдете просто в Steam. Так, ладно, не суть. Вот на данный момент у нас рычаг передать череп. Сейчас сворачиваем, он у меня уже скачан, или закрываем даже, в принципе. Вот загрузочки у меня. Вот сама папочка. Лицензионная игра. Ну или пиратку открывайте, все равно без разницы. Значит, читайте, как это все устанавливается, еще тут по-нерусски. Ну, я вам объясню по-русски, скажем так. Также можете прочитать. Есть текстовый документ. Тут вложено от меня и от автора, я так понимаю, данного патча или мода. Давайте, наверное, вот так. Я даже не буду распаковывать сильно, внедряться, да. Вот у нас архив. Тут же еще присутствует файл, опять же, на английском языке по поводу установки. Ну, я вам так скажу, что на данный момент, вот давайте я сейчас запускаю у себя с Pentiris. Значит, рычаг передач, видите, у меня сами. Стандартный, просто я его немножко разукрасил, да? Значит, опять же, мы выходим из игры. То есть рычаг у меня стандартный сейчас стоит. И берем данный файл, значит, нам нужно запихнуть в архив. Во-первых, сначала изначально сделайте архив папки user, юзер, не знаю, как там читается. Вот у меня присутствует данный архивчик моей игры, все файлы, которые у меня присутствуют в корневой папке с игрой, вот они у меня присутствуют, медиа, Mesh, Textures, значит, все это. Так, и начинаем. Значит, вот у нас открыт файл с рычагом. Вот у нас открыта игра, независимо, пиратка и это или лицензия. И начинаем. Значит, нам нужно открыть Mesh архив и просто перетянуть файл. Видите?
сюда, добавить заменой файла. Изначально сделайте, конечно, копию. Копию своих архивов, как вот я вам и объяснял. Значит, папки User, Media, Mesh, текстуры. Куда-нибудь на рабочий стол со своей игры скопируйте. То есть вот нажимаете, потом нажимаете Ctrl, выделяете их. Правой кнопкой копируйте. Ну, естественно, вот тут папочка называется как-нибудь. И все. Так, значит, файл Mesh мы перекинули в архив с Mesh с заменой файла. Открываем файл текстуры. Берем этот файл с архива. Перетаскиваем сюда. Также добавить с заменой файла. Заменяем. И далее нам нужно открыть текстовый документ и папку User, да. Нажимаем тут конфиг. Вот он открывается в Notepad или, например, текстовом документе, да. Вот у нас присутствует тут такая прописка. Это с игры конфиге. Мы берем, значит, вот эту строчку, копируем, перетаскиваем ее сюда и вставляем вот здесь, вставить, и сохраняем этот файл конфига. То есть вот у нас конфиг папки нашей с игрой. И он уже заменен, видите? Добавлен вот эта балда. И все, как бы, получается, у нас все тут заменено. Чистим кэш игры. У меня вот такой кэш игры. Ну, я думаю, что в ближайшее время я ссылочку выкину, где у меня все ссылочки будут. То есть я два раза делаю клик, два раза. И все, у меня кэш игры почищен, да? Почищен, да. И запускаем игру, выскакивает вот такая балда. Сильно не переживайте, это просто ругается игра, но на данный патч, который мы воткнули, видите, на черепок, нажимаете ОК, и все нормально, игра запускается. Просто все отлично, игра запустилась. По поводу, кому будет интересно данное меню, заставки, да, опять же, будет видео на канале, это я все выложу, сможете у себя также заменить, все это работает в мультиплеере, без проблем, и давайте просто элементарно зайдем, например, игра, сетевая, поиск игры идет, обновляем. Нет никого, да? Давайте создадим комнату, раз никого нет. Ничего страшного. И сразу, видите, народ начинает прилипать. Машины мы ставить не будем, наверное. Давайте подождем просто. У меня тут есть машинки такие, каких у людей нет, да? Давайте поставим сканер. Вот эти люди пишут. Люди пишут писульки моды. Упс. Спасибо. Человек, видите, с удовольствием остался. Это демон 55 рус. Не знаю, регион, наш российский. И все, погнали. Сейчас проверим рычаг.
Заходим в игру. Я здесь. Видите, как видите, уже человек присоединился. Все, парни здесь уже. Рычаг передач, кстати, ребята, вот, видите, навожу, глаза загораются, берем чепушилку, хоп, пониженная передача у нас идет здесь, и поехала. Это автомат у нас, это повышайка, задняя передача. Давайте на автомате переключим сейчас еще. В принципе, очень хорошо переключается коробка. То есть понижаечку включаем. Все работает. Все отлично работает. Рычажок, видите, глазки горят. Очень хорошая коробка передач. Лично для меня, ребята, это в радость, как бы, почему нет. Всего помаленечку, всего по чуть-чуть. Все работает в мультиплеере. Хлопнем скриншот. Все это есть. Народ, правда, уже уехал. То есть все, ребята, рычаг элементарно работает. Выскакивает ошибка при запуске игры. Нажимаете ОК, и все отлично работает. Вот, видите, народ тут интересуется. Видео будет. Ух, как оно пишется. Оно все. Не помню, там через тире или как. Да, R буква, она, видите, включает сразу рычаг передач, забыл. Так что вот, друзья, обалденный рычаг передач. Да, нейтралка включена. То есть даже вот, видите, автомат, все, погнали. Задняя. Прикольный. Пониженная передача, можно пониже сделать, оборудовать. Нормальный, скажем, видите, поехал, все, поползли потихо. Будет так и это, автомобиль, так и скорость. В принципе, это адекватно, просто есть, бывают такие наружные звезды, может, иногда побольше поехали. Рычаг обалденный, мне нравится, я у себя его оставляю, однозначно, мне вот ошибка, которая при запуске игры выскакивает, совершенно меня не беспокоит. Зато рычаг обалден, особенно ночью, там у них эти фары горят, светятся, голодящие прекрасные этого чебурека, черепа. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу. Рычаг обалденный. По поводу данного мода, кому интересно, искание, готовится небольшой проект. Все это будет в ближайшее время. Наверное, я думаю, так. Вот сейчас у меня переезд небольшой. Ремонт. Переезд, ремонт. Так что, всему свое время. Мониторьте видео на канале, потому что многое видео в группу не попадает. Заходите на канал, смотрите сами, потому что, ребята, времени нету. Занимаюсь всем этим я один. И группой, и каналом.
плюс миллион домашних, скажем так, проблем. Так что, ребята, радости прошу, буду всем рад. Если у кого-то какие вопросы, пишите в личку. Всем удачки. Спасибо за просмотры. Пока, до скорых встреч. Пока-пока.